Дорогие мастера, всем привет! Сегодня на видео хочу вам показать, как работать с рядами. И для начала это будет верхний ряд. Как можно работать так, чтобы начинать только с одного ряда. Открываем глазик, накладываем патч. Закрываем глазик, растягиваем его под веку. И сверху мы будем налаживать еще один патч. То есть перед этим вы можете немного прочесать ресницы, чтобы они приняли свой порядок, они ровненько лежали, да? И затем вы поверху накладываете еще один патч. Накладываете так, чтобы было немножечко видно линию около века, то есть линию ресниц, да, откуда они начинают расти. Затем мы берем и вверх подтягиваем верхний ряд. Только верхний ряд. Смотрите, что мы делаем. Верхний ряд у нас при этом будет очень хорошо отделяться, потому что он растет выше всех. И так нам будет легко проработать его. То есть, смотрите, вы достали реснички только по верхнему ряду. Прорабатываем эти ресницы, если вы делаете, например, цветное наращивание, вы можете проработать только эти ресницы. Это очень удобно, потому что вы отделяете, вам не мешает ни одна соседняя ресничка. То есть вы отделили, проработали эти ряды, затем убрали патч и дорабатываете следующие ряды. И либо, если вы хотите, вы можете достать еще реснички, и у вас как бы будет уже следующий ряд, да, второй ряд. И только потом вы будете в последнюю очередь наращивать последний ряд. Зачем это делать? Иногда верхний ряд, если здесь широкий шаг, то есть верхний ряд находится выше всех, а нижние ряды немного ниже, тогда мы их прорабатываем длиной короче. Если у нас здесь предполагаемая длина по периметру глаза 12, то верхний ряд мы будем прорабатывать 11. Средний ряд мы можем проработать 12, и самый нижний ряд можно проработать 13. Тогда у вас получится очень красивая ровная линия. Да? Это делается достаточно легко. Всем пока-пока, до скорых встреч, новых видео. Надеюсь, это вам было полезно.